подходит для тебя. Сияющая молодостью кожа. Идеальная фигура. Ослепительная улыбка. Или все вместе. Мы шведская компания, и мы уверены, настоящая красота начинается с гармонии внутреннего и внешнего. Взгляни на красоту по-новому вместе с Oriflame. Ухоженная кожа – основа твоей красоты. Мы знаем, что нужно твоей коже в зависимости от ее типа и твоего возраста. Наши средства для комплексного ухода No Age созданы, чтобы сохранить ее молодость, красоту и сияние. Здоровый образ жизни и правильное питание наполняют тебя энергией и пробуждают твою внутреннюю красоту. Продукция Wellness больше, чем просто источник энергии. Это качественные изменения твоего образа жизни, новые здоровые привычки, которые делают тебя красивой. Декоративная косметика Oriflame поможет тебе подчеркнуть твою уникальность. Каждые 3 недели мы предлагаем тебе свежую информацию о самых актуальных бьюти-трендах, чтобы вдохновить тебя на создание неповторимых образов и своего собственного стиля. Если ты влюблена в красоту, то обязательно захочешь разделить это чувство с другими. Мы предлагаем тебе присоединиться к сообществу единомышленников, где ты сможешь обмениваться опытом, вдохновлять и вдохновляться, получать советы профессионалов и находить новых друзей. Неси красоту людям, и ты достигнешь успеха. Вместе с Oriflame ты сможешь получать дополнительный доход без рисков и стресса. Будь независимой, планируй свое время, строй успешную карьеру и наслаждайся свободным временем со своими близкими. Oriflame предлагает тебе новый взгляд на красоту. Красоту как образ жизни. Достигай гармонии внешнего и внутреннего. Наслаждайся общением, возможностью получать дополнительный доход и строить свой независимый бизнес. Раскрой свой потенциал и позволь своим мечтам стать реальностью. Oriflame. Доброе утро, дорогие лидеры. Очень рад сегодня вас всех приветствовать, особенно в такой, скажем так, ранний час. Да, сегодня мы все собрались немножко пораньше. И у нас сегодня, я вижу, уже очень много гостей, 75 человек. Самые, наверное, стойкие лидеры, которые стремятся получить знания, стремятся получить интересную информацию о нашей книге. Поставьте, пожалуйста, плюсики, хорошо ли меня слышно, видно. Так, судя по плюсикам, да, все, меня видно, меня слышно. Ну что ж, давайте приступим и начнем мы уже по традиции с того, что Oriflame – это шведский эксперт по красоте как образу жизни. Компания Oriflame – это не только косметическая компания, которая предлагает широкую линейку потрясающей косметической продукции. Компания Oriflame предлагает намного больше. Мы предлагаем стиль жизни, где очень важно и то, как ты выглядишь, и то, как ты себя чувствуешь. И для того, чтобы максимально приблизиться к тому вот именно стилю жизни, мы предлагаем очень много возможностей. Первое из них – это, конечно же, хорошо и красиво выглядеть. И для этого у нас есть регулярный комплексный уход с нашей инновационной линейкой Novage. Конечно же, кроме того, очень важно еще и хорошо себя чувствовать. И для этого у компании Oriflame тоже есть
просто уникальная линейка, это линейка продукции Wellness. Но это только одно из предложений, которое есть у компании Oriflame. Еще одна возможность – это, конечно же, возможность получения дополнительного дохода либо построения собственного независимого бизнеса. И еще, конечно же, одно – это объединение в сообщество, объединение в группы по интересам. Это интересное общение с интересными людьми, это обучение и просто приятное времяпрепровождение. Итак, для чего мы сегодня с вами все вместе собрались? Это поговорить о том, как же совмещать работу с двумя очень такими эффективными инструментами. Один из них нам уже очень хорошо знаком, это наш бьюти-каталог, с которым мы знакомимся каждые 3 недели, у нас выходит новый каталог, но с каталога номер 15 у нас вышел еще один не менее важный инструмент, это книга «Красота как образ жизни». Давайте поговорим в первую очередь о том, что такое каталог Oriflame. Да? Каталог Oriflame – это в первую очередь инструмент продаж и источник информации о продукции компании Oriflame. Он выходит один раз в 3 недели и представляет собой, скажем так, книгу, которая объединяет в себе информацию о всем портфолио компании Oriflame. В нашем каталоге представлено огромное количество продукции, появляется огромное количество новинок каждые 3 недели, и нам каждые 3 недели есть чем удивить наших консультантов, лидеров и потребителей. Совсем скоро наш каталог претерпит такие небольшие изменения, и он станет таким, скажем, гидом по современным тенденциям и трендам в мире моды. И получается, что в нашем каталоге будут уже представлены готовые образы и советы по тому, как эти образы можно воссоздать, используя линейки наших продуктов. Но с каталога номер 15 у нас появилась еще и новинка. Это книга «Красота как образ жизни». Уважаемые лидеры, напишите, пожалуйста, мне в чате плюсики, у кого уже есть эта книга, кто ее уже держал в руках, кто уже успел ее пролистать. И напишите, как вам она вообще нравится, какие, может быть, уже интересные фишки для себя почерпнули из нее. Супер, супер. Всем очень нравится, очень много плюсиков, прекрасно. Мы очень рады, что наша книга вам понравилась. Давайте поговорим немножко о том, что она из себя представляет, и о том, как же с этим инструментом работать, как же использовать ее для того, чтобы увеличивать свой товарооборот. Итак, наша книга, она выходит начиная с октября 2016 года и будет выходить 4 раза в год. То есть эта книга будет, скажем так, сезонная. Она будет даже, наверное, нельзя сказать, что квартальная, она будет именно сезонная, то есть зима, весна, лето и осень. И в первую очередь эта книга – это инструмент позиционирования нашего бренда. Она помогает всесторонне рассказать об Oriflame и обо всех наших предложениях, которые в компании есть. Это те предложения, которые я проговорил в самом начале нашей презентации. Это, конечно же, источник вдохновляющих историй о самой компании, о ее происхождении, о ее шведском происхождении. Это отличный инструмент для того, чтобы в принципе, лучше узнать и рассказать о компании Oriflame как о бренде. В этой книге представлены наши фокусные категории. Это серии по уходу за лицом, это серия интенсивного ухода Novage, это серия нашей натуральной косметики Eco Beauty и, конечно же, это вся линейка продукции Wellness. И в отличие от каталога, от нашего продуктового каталога, в этой книге представлено намного больше экспертной информации о каждом из этих продуктов. То есть если в нашем каталоге был такой, скажем, как мы его называли, информационный минимум о наших продуктах Novage, используя который вы могли, в принципе, скажем так, вкратце рассказать об уникальности нашей серии, то в книге «Красоты» есть большое количество экспертного материала, который поможет вам углубить ваши знания и еще больше стать экспертом в рекомендации нашей продукции.
Очень важно понимать, что книга красоты – это не квартальный каталог категории «Уход за лицом» и «Wellness». Это намного больше. Это книга, которая формирует понятие бренда компании Reflame и помогает консультантам повышать свой уровень знаний и повышать свою экспертность в данной области. Она помогает консультанту всецело рассказать обо всех предложениях. То есть эта книга не только, скажем так, продуктовый каталог. В ней намного больше информации. И сейчас мы с вами об этом тоже поговорим. Какие же задачи есть у данной книги? В первую очередь это формировать глубокое понимание бренда компании Oriflame у клиентов и развивать имидж консультанта как эксперта в индустрии красоты и развивать его навыки продаж. Эта книга, безусловно, она позволяет укреплять ваш личный бренд и она способствует пониманию, развитию понимания как у консультанта, так и у потребителя об основных возможностях компании Oriflame в единстве, то есть именно комплексе. Мы как компания считаем, что красота – это не просто косметика, это не просто продукты для здоровья, это в общем, да, это и красота, это и успех, это и общение. Конечно же, эта книга, она также способствует повышению лояльности наших потребителей и, конечно же, это источник вдохновения и дополнительной информации для ваших мероприятий или вебинаров, чего угодно. Да? То есть на самом деле, я думаю, что пролистав эту книгу, открыв эту книгу и пролистав ее, вы можете очень спокойно набросать план вашего большого мероприятия, либо, может быть, какой-то ежекаталожного такого бьюти-мероприятия. Вы можете почерпнуть оттуда очень много идей и воплотить их в жизнь. Давайте же поговорим о том, какова структура данной книги, из чего она состоит. В первую очередь, это, конечно же, статьи, формирующие восприятие бренда компании Oriflame. Второе – это информация для успешных продаж. И третье – это просто познавательные статьи журнального формата, которые иногда просто интересно открыть и перечитать, почерпнуть для себя какие-то интересные идеи, новости и так далее. Давайте поговорим о первой составляющей книги. Это статьи, формирующие восприятие бренда. Например, здесь в нашей первой книге очень много представлено информации о том, в принципе, почему важно, да, о важности стиля жизни красота изнутри и снаружи. Мы будем в каждом номере говорить о том, что мы эксперт в инновационной продукции в области ухода за лицом и стилем жизни wellness. Мы будем говорить в каждой книге о бизнес-возможностях вместе с компанией Oriflame и стиле лидера Oriflame. И, конечно же, мы будем говорить о лидерских сообществах, о том, что с нами интересно, весело и с пользой можно проводить время, о том, что компания Oriflame предоставляет большие возможности, она предоставляет большое количество мероприятий, тренингов, на которых вы можете общаться и обмениваться опытом. Может быть, еще кто-то не видел, но я думаю, что уже лидеры, которые присутствуют сегодня, каждый из вас держал эту книгу, но все же давайте пройдемся еще раз по таким самым главным интересным разворотам, которые есть в нашей первой квартальной книге «Красота как образ жизни». И вот такой вот интересный разворот – это статья, которая, в принципе, посвящена тому, как этот бренд относится к Швеции. Да? То есть компания Oriflame была основана в Швеции, и эта статья показывает нам, скажем так, стиль жизни Швеции. Да? У них есть так же, как и у нас, наверное, очень много традиций, и вот в этой статье вы можете узнать очень много о шведских традициях. И на самом деле эти традиции можно очень успешно внедрять у себя в своей работе и опять же посвящать какой-то из них определенную тематику, сделать какую-то вечеринку, например, в шведском стиле. Еще одна статья – это
что такое Oriflame для меня. Да? Здесь в двух абзацах вкратце рассказывается о том, что такое компания Oriflame и что она предоставляет для своих партнеров и для своих потребителей. Это, знаете, это такой вот тот, наверное, самый информационный минимум, который должен знать просто каждый лидер для того, чтобы, будь то в метро, будь то, например, в лифте, он мог бы незнакомому человеку буквально за полминуты рассказать вкратце совсем, что же такое компания Oriflame, какие возможности есть в нашей компании, для того, чтобы уже заинтересовать человека, взять у него контакт и потом уже в дальнейшем более подробно рассказать ему о том, какие возможности есть у нас в компании. Еще один разворот – это разворот, посвященный сообществу, посвященный тому, что мы не просто компания, да, которая объединяет собой потребителей, мы компания, которая объединяет собой единомышленников, которые объединяются уже какие-то свои более небольшие сообщества, может быть, и большие, они общаются, они делятся опытом, и они получают удовольствие от этого общения. Вторая составляющая нашей книги «Красота как образ жизни» – это уже информация для продаж. Да? То есть это более глубокая информация о продукции. Я уже говорил, что в книге будет намного больше экспертной информации, нежели в каталоге. Это статьи от наших экспертов об уходе за кожей и поддержании здорового образа жизни. Это статьи об уникальности наших продуктов. Это факты гордости о том, почему наши продукты такие уникальные, почему они такие инновационные. И о, конечно же, производстве, да, о том, что у нас самое высокотехнологичное производство. И, конечно же, это информация о применении продуктов и, что самое важное, информация о ценах. Впервые, наверное, в Беларуси мы наконец-то решились и напечатали цены на нашу продукцию Wellness в нашей квартальной книге красоты, поэтому вам теперь будет еще проще рекомендовать нашу продукцию Wellness. Вот так вот выглядит один из разворотов, посвященный очищению. Да, вы видите здесь наши очищающие средства. И, конечно же, кроме того, что здесь представлены сами средства, здесь есть еще очень познавательная информация о том, как, в принципе, необходимо правильно умываться и какие изменения происходят с кожей в том или ином возрасте. То есть, предлагая данный продукт, вы уже можете какую-то информацию именно с этой страницы рассказать вашему потребителю для того, чтобы подтолкнуть его к покупке. Или, например, вот посмотрим разворот о серии «Экологен». С одной стороны, у нас здесь представлены сами продукты, информация о них и, соответственно, цена. Со второй стороны, у нас есть очень интересная статья от нашего эксперта, знаменитого доктора Алена Мавона, который рассказывает нам, что же такое стволовые клетки растений, как они работают и почему мы их используем, почему же они такие востребованные сегодня на косметическом рынке. Конечно же, у нас есть уникальное предложение для тех, кто предпочитает пользоваться всем натуральным. Сейчас это большой тренд, и все больше и больше людей склоняются к тому, чтобы пользоваться как можно более натуральными продуктами. И, конечно же, для этих людей у нас также есть особое предложение. Это наша уникальная серия Eco Beauty, которая в этом году была обновлена и была включена так же, как и наши средства интенсивного ухода Novage, она была включена в набор. То есть она также теперь состоит из четырехшагового ухода. Это очищение, это уход для глаз, это активатор и основной уход. И, конечно же, еще одна из частей нашей книги «Красота как образ жизни» – это познавательные статьи журнального формата. То есть это просто статьи, которые интересно прочитать, из которых вы почерпнете для себя какие-то интересные факты. Например, это могут быть статьи, скажем, о том, как меняется твоя кожа с возрастом, да? Какие возрастные изменения происходят в 25 лет,
какие возрастные изменения происходят в 35 и в 40 лет. Опять же, эти статьи, может быть, они такие не очень большие, но они на самом деле очень информативные, и вы всегда сможете взять для себя какую-то очень интересную идею из этих статей для того, чтобы рассказать эту идею вашим потребителям. Или, например, программное решение «Энергии и твой идеальный вес». Да, эта статья посвящена здоровому питанию и здоровому образу жизни. Конечно же, далее будут предложены наши продукты wellness, но здесь также очень важно рассказать не только почему наша продукция такая уникальная и почему именно wellness необходимо приобрести для того, чтобы хорошо себя чувствовать не только, скажем так, снаружи, но еще и изнутри. Но здесь также есть очень много интересных фишек, в принципе, о том, что такое здоровый образ жизни. Ведь здоровый образ жизни – это не только питание, это еще и физическая активность. Да? Поэтому именно в комплексе мы предлагаем статьи в нашей книге. Очень для многих, мне кажется, является, скажем так, больной темой – это завтрак. Да? Мы очень часто спешим, либо на работу, либо просто там нам очень важно поспать немножко больше, но там не позавтракать, или позавтракать чашкой кофе. На самом деле это, конечно же, неправильно, мы это все знаем. И статья «Как организовать себе доброе утро» в нашей первой книге «Красота как образ жизни» расскажет вам, почему именно важно завтракать, почему это важно делать каждый день. И, конечно же, мы предлагаем вариант того, как можно очень быстро и полезно позавтракать вместе с продуктами wellness от компании Oriflame. Еще одна насущная тема для тех, кто решил присоединиться к здоровому образу жизни, это как же похудеть и почему же вес иногда не уходит. Конечно же, мы тоже готовы ответить на этот вопрос, и в статье на развороте, который вы видите сейчас на своих экранах, есть несколько советов о том, как изменить немножко свои привычки в питании для того, чтобы, отказавшись буквально от нескольких продуктов, уже почувствовать эффект буквально через месяц, да, то есть увидеть какие-то изменения уже через месяц. И, конечно же, мы готовы предложить решение здорового перекуса, которое очень часто именно из-за того, что люди делают неправильный перекус, это ведет к тому, что у них вес, скажем так, не уходит. Да? А наши продукты, они обладают низким гликемическим индексом, соответственно, они способствуют похудению. И, конечно же, я думаю, что для всех родителей очень важно то, как питаются их дети. Да? То есть очень важно для них, чтобы их ребенок был здоровым, чтобы у него всегда было очень много энергии, и чтобы он как можно меньше болел. Соответственно, конечно же, очень важно в этом плане его правильное питание. И в нашей статье, в нашей первой книге «Красота как образ жизни» мы поговорим о том, как же избежать проблем и ошибок в питании ваших детей. И, конечно же, предложим им наши замечательные продукты – это детские витамины и детская омега-3. Ну что ж, мы сейчас с вами прошлись по структуре книги, да, узнали еще раз, скажем так, пролистали ее в электронном формате и узнали, из чего же она состоит. И сейчас я хочу пригласить на эту импровизированную сцену свою коллегу, регионального менеджера по продажам Полину Турунтаеву, которая расскажет вам о том, как именно работать с Доброе утро, дорогие лидеры! И я пришла сменить Андрея на действительно этой импровизированной сцене. И хочу сказать вам огромное спасибо и доброе утро! Это героические 133 человека, которые
просто живут, дышат и думают красотой и здоровьем. Поэтому, друзья, я вас приветствую. И сейчас я, пожалуй, продолжу, и мы поговорим, как же действительно эффективно совмещать эти два инструмента. На самом деле, часто приезжая в регионы, устраивая координации, я общалась с лидерами, и это на самом деле интересный такой, наверное, комментарий. Многие говорили, что а что ж тут, в принципе, сложного? Вот она книга, вот бери и работай. Да? Ну, в принципе, ничего тут такого сложного, наверное, нет. И что же вы еще выдумываете? Но тщательно готовясь к выступлению, я обнаружила, что есть такие интересные фишечки, есть, наверное, какие-то изюминки в работе. И поэтому очень важно прочувствовать, в какой момент, когда, в процессе, заранее, либо после вы предлагаете книгу, в какой очередности они должны идти, как вы книгу предварительно прорабатываете. Это на самом деле все очень важно, как говорят дьяволы в деталях, поэтому давайте мы эти детали сейчас с вами тщательно изучим, и у нас не останется абсолютно никаких вопросов о том, как же нам работать с инструментами. У меня сегодня целых два инструмента, небольшая премьера нового каталога и книга. Поэтому, да, хотела еще с утра пошутить, что у вас сегодня уникальная возможность видеть асмов в 9 утра, и как же мы выглядим. Вот мы выглядим мы примерно так. Мы тоже думаем о красоте, мы готовы ее нести в массы очень рано. Теперь перехожу, в принципе, наверное, уже к методу работы. Как же эффективно работать с книгой «Красота как образ жизни» и с бьюти-каталогом? Во-первых, главное здесь начать с того, что вы самый первый читатель этой книги. Как види, вы ответственны за... О, спасибо большое за комплименты. Сейчас обратил внимание на чат. Как лидер, вы ответственны за полное и тщательное изучение тех материалов. Поэтому обязательно, когда придет книга, устройте себе небольшой перерыв на шведскую фику, возьмите себе чай с батончиком и углубитесь в чтение. Я думаю, что это будет очень приятное времяпрепровождение, и более того, вы очень много для себя узнаете. Поэтому станьте первыми читателями, и далее выберите для себя самые интересные статьи. Статьи, которые, на ваш взгляд, могли бы пригодиться вам при общении с клиентами, потенциальными новичками, а также отметить для себя просто те статьи, которые, ну, наверное, больше всего как-то откликнулись, да, чем-то у вас, да, отозвались какими-то, не знаю, там, затронули струны души, можно сказать и так. И очень важно, сделайте видимые закладки. Вспомните, как все раньше работали, мы так или иначе возвращаемся к истокам, к глубокой тщательной проработке материала и к отметке каких-то интересных фокусных статей маленькими маркерами. Это в будущем поможет вам сэкономить много времени, потому что, ну, допустим, при встрече с человеком, да, если она неожиданная какая-то и спонтанная, чтобы сэкономить время и не говорить «сейчас, подожди, я пролистаю до нужной страницы, где-то это было», имейте уже готовую книгу, которая просто... не знаю, с полуоборота, да, настроит вас на работу. Структурируйте информацию, обязательно структурируйте ее, исходя из того, что может заинтересовать вашего новичка. Как мы все знаем, люди очень ценят индивидуальный подход. И мне тоже очень приятно, когда какая-то компания меня внезапно поздравляет с днем рождения. Или помнит, что я такого-то числа заказывала там, ну, допустим, туфли, и предлагает мне к туфлям какое-то украшение. Такие мелочи очень важны, и мелочей в бизнесе не бывает. Поэтому, опять же, старайтесь идти от человека, старайтесь как-то сделать ему индивидуальное предложение. Для этого вам также необходимо отметить интересные статьи маркерами. Определите близкие вам темы, конечно же. Это поможет вам... наверное, наиболее глубоко раскрыть ту или иную статью, потому что если вы какой-то теме очень расположены, и вам будет гораздо приятнее о ней говорить. И приобретайте, конечно же, не менее 10 книг и не менее 10 бьюти-каталогов, потому что, во-первых, они идут в паре, во-вторых, книга должна работать постоянно. Когда, допустим, вы не можете уделить человеку достаточно времени, и он находится в каком-то ожидании,
книга тоже работает. Поэтому книга должна быть на всех видных местах, в вашем СПО, в вашем офисе. Ну и, в принципе, я думаю, у вас дома также. Давайте, наверное, рассмотрим определенные ситуации, исходя из того, кто вы, кем вы являетесь как сотрудник компании, и с кем и при каких обстоятельствах вы встречаетесь, с новичком, либо с существующим клиентом, запланирована ли эта встреча, либо она внезапно, онлайн, либо офлайн. Тут, наверное, следует передать привет всем моим онлайн-командам, которые говорят, как же мне работать с книгой, я же работаю в социальных сетях и в интернете, абсолютно спокойно, так же, как и команды офлайн, вы с ней работаете. По ссылке oriflame.by/book мы ее добавим к слайдам, вы можете посмотреть книгу, точно так же ее пролистать. Это еще больше, наверное, упрощает общение, потому что буквально через один клик человек уже может также листать нашу книгу, знакомиться с уникальными предложениями. И первая ситуация, если вы консультант-продавец. Если же вы консультант-продавец, и у вас, обращаю внимание, запланированная встреча с клиентом, офлайн либо онлайн, для вас будут существовать следующие шаги. Обратите внимание, что справа на слайдах, мы потом слайды вам, конечно же, вышлем, у вас небольшие картиночки с книжками. Маленькая книжка красоты и маленький каталог. И это обозначает, в какой последовательности вы их показываете. Хочу на этом заострить внимание, потому что это очень важно. В зависимости от ситуации последовательность может меняться. Опять же, это зависит от того, какая у вас встреча и на что вы делаете акцент. Если же у вас встреча запланированная, то до начала встречи вы должны обязательно подготовиться. Делайте закладки в книге, исходя, как я уже говорила, из представления об интересах вашего новичка. И будьте готовы рассказать о страницах, которые интересны вам лично. Далее начните рассказ о книге. Вы можете использовать такие фразы, как «Ты знаешь, мне кажется, я вот вижу, что ты такой стройный, ты любишь здоровый образ жизни, а у нас такая интересная была статья по этому поводу в книге. Давай я тебе ее покажу, мне кажется, тебе она понравится, она еще больше углубит твои познания». И а вот здесь, допустим, да, если человек семейный, можно показать ему статью о детских волнах с витаминами. Да, вот часто детки болеют в осенний период, в зимний, да, детские садики, школы. Поэтому, опять же, знайте, что показать, когда показать вашему человеку, что ему дать почитать. И, конечно же, оставьте ему эту книгу для какого-то личного, более детального ознакомления. И далее вы можете уже начинать показывать бьюти-каталог, ну, который тоже желательно, конечно, какими-то маркерами отметить, чтобы не терять время. И что здесь очень важно, книга и каталог должны быть перелинкованы, да, или, говоря более простым языком, они должны быть связаны между собой. То есть вы, допустим, открываете каталог, и когда вы находитесь на странице с продукцией из серии «Коллаген», например, вы вспоминаете, что да, знаешь, о книге. Там понятно, как это использовать в работе, как человеку потом Я надеюсь, что это просто, да, утренние неполадки. Техника тоже должна проснуться, разогреться, как и все мы. И мы продолжаем. Да, я говорила о том, что очень важно связывать в работе книгу и каталог. Они должны дополнять друг друга, работать в связке. И далее, когда вы рассказали о предложении бьюти-каталога, вы можете спросить, опять же, что показалось наиболее интересным, какая статья, какое предложение в каталоге, опять же, оформить, допустим, заказ и предложить подписку на книгу. Потому что, как мы все знаем, книга – это лучший подарок, и действительно он довольно недорогой, почему же себе не сделать приятное? Следующая ситуация. Следующая ситуация – это если вы
внезапно столкнулись с клиентом, у вас какая-то короткая незапланированная встреча, офлайн либо онлайн. Поскольку эта встреча короткая, незапланированная, то у вас, соответственно, абсолютно другой временной ресурс. И вы должны тоже быть готовы к такому развитию событий. Если у вас такая короткая встреча, то, опять же, у вас до начала этой встречи, ну, в принципе, вы должны быть всегда готовы к такому развитию событий. До начала встречи у вас, опять же, есть закладки книги, и у вас, опять же, какие-то личные статьи и отметки, и у вас каталог также с маркерами в течение всего каталога. Вы начинаете рассказ о книге. Можете сказать, что у нас действительно вышла новая книга, потрясающий инструмент, и там столько всего интересного, я столько сам для себя подчеркнул и вынес, что я не могу тебя лишить такого удовольствия, я дам тебе тоже почитать, тоже для себя что-нибудь вынесешь. Отдайте вот человеку каталог, отдайте его с собой, чтобы, возможно, как-то облегчить ему работу, упомяните 2-3 главных ключевых продукта, на которые стоит сразу заострить внимание, это могут быть новинки, ключевые запуски в каталоге. И договоритесь о времени, конечно же, когда вы заберете книгу и когда вы заберете заявку на размещение каталога. И уже момент, наверное, когда вы выдаете заказ, вы можете спросить, что понравилось книге, что действительно удивило, что оказалось новым, и точно так же предложить подписку. Далее, если вот, это моя любимая, наверное, часть, как говорится, скоро на всех координациях страны, новый метод – активация спящих консультантов. Как мы на самом деле уже только не креативили, что мы не придумывали. И вот, дорогие друзья, у вас потрясающий новый инструмент, поэтому включайте его. Это люди еще не слышали, не видели, не получали. Вы можете предложить, точно так, как в свое время вы предлагали сессии, вы предлагали клубы, взвешивания, предложите людям книгу. Предложите этот уникальный инструмент, эту квинтэссенцию, наверное, всех знаний, всего того, что предлагает компания. Вы точно так же можете на это позвать. Начните с рассказа о книге. Можете точно так же говорить, что у нас, да, у нас прекрасный запуск, я вот только что буквально вернулся с вебинара, можете начинать уже вот в 10 утра, как мы закончим. Мне столько всего интересного, столько потрясающего, и я бы хотела дать тебе почитать. Небольшая хитрость книги, вы можете точно так же прикрепить приглашение на сессию, либо приглашение на запуск новинок каталога, либо приглашение на взвешивание на весах Танита. Дальше тут уже нет ограничений, как у вас работает фантазия. То есть, в принципе, книга – это прекрасный якорь, на который можно подцепить другие наши предложения. И, опять же, вы можете человеку просто эту книгу сделать как подарок. Она выглядит очень красиво, очень качественно, очень профессиональный глянец, и, я думаю, будет просто приятно ее получить и держать на рабочем столе прямо под рукой. Передайте также каталог закладками на ключевых продуктах. То есть, человек какое-то время не был активен в компании, ему, наверное, будет сложно разобраться, и делайте такую работу за него, помогите ему сориентироваться во всех новинках и фокусных категориях. И точно так же вы можете в конце спросить, что понравилось в книге, понравилась ли книга, хотя, конечно же, понравилось, как это может быть иначе, и предложить человеку точно так же оформить подписку. Далее. Опять же, вторая, наверное, по популярности и по любви часть этой презентации – это если вы проводите сессию по уходу за кожей. Здесь такой момент, и книга прекрасно в него вписывается, потому что очень часто во время сессии, когда, допустим, команда невелика, либо сессия, ну, проходит внезапно как-то, да, несколько раз переносилась, вы думаете, как же заполнить время, да, чем же занять человека. И тут на помощь приходит книга. Скажите, вот как часто вы, приходя, допустим, в магазин, либо в парикмахерскую, да, вы чего-то ожидаете, и у вас на столах находятся журналы. И рука так или иначе тянется сама собой за этими журналами, и чаще всего, вы знаете, очень много интересного узнаю, потому что в обычной жизни как-то не всегда находится время почитать, какие-то тренды модные, какие-то новинки и новости. А здесь прямо действительно оно настолько естественно, и самое главное, что оно подходит к теме встречи. Точно так же вы можете отметить в книге закладками те страницы, где рассказывается про наши ключевые категории, про новейдж, про wellness,
И человек может в ожидании сессии, либо в ожидании индивидуальной встречи пролистывать книгу, знакомиться и какие-то задавать, возможно, вам параллельно вопросы. Также, когда вы проводите сессию, не забывайте ссылаться на статьи книги. То есть, как я уже говорила, книга, она имеет абсолютно четкую связь, наверное, с каждым событием, с каждым мероприятием, которое происходит в жизни вашей команды. Поэтому не забывайте ее упоминать, вставлять и на нее ссылаться. И вы тоже можете предложить человеку подписаться на книгу, дать ему с собой нагрузку, каталог и, конечно же, набор, потому что мы как бы говорим о сессии. В заключении также обратите внимание на бьюти-каталог, 2-3 ключевых запуска, ну и, в принципе, какая-то личная, наверное, консультация, индивидуальный подбор серии и все, как вы и так уже успешно делаете. Следующая ситуация – это проведение мастер-класса с декоративной косметикой, подбор образа. Офлайн и онлайн. Мне очень нравится сноска вот про то, что онлайн. Я думаю, что очень многие лидеры у нас сейчас успешно используют наработки, которые давала Наталья Трепашко на своей Академии визажистов. То есть все эти инструменты, они очень прекрасно ложатся на онлайн. И точно так же вы можете использовать книгу. Поэтому предложите при проведении мастер-класса с декоративной косметикой, при подборе образа, предложите сначала каталог. Вот это то, о чем я говорила, в какой-то момент у нас будет обратный порядок. И здесь, поскольку у нас встреча с акцентом на бьюти, на тренды и образы, здесь логичнее начать все-таки с каталога бьюти-образов. Чем, опять же, хорош этот каталог? Я думаю, самые внимательные лидеры обратили внимание на то, что он немножко меняется, и с каждым разом он становится все более удобным в работе, и теперь он содержит бьюти-образы. Чем это хорошо? Тем, что можно сделать, как мы говорим, копии и паст. То есть вы берете практически понравившийся образ, у вас уже есть составленные какие-то детали этого образа, аксессуары, подобранный макияж, и вы просто переносите его на себя. Поэтому при таких бьюти-встречах у вас сначала начинает работать бьюти-каталог. Он должен быть у вас в руках на протяжении всей встречи, и опять же, перед встречей вы подбираете какие-то продукты, которые вы используете при мастер-классе, и вы их отмечаете маркерами, чтобы вам было проще, быстрее сказать, да, на такой странице у нас помада, которую я сейчас использую, а на такой странице у нас душ. И во время макияжа мы всегда говорим о том, что красота невозможна без ухоженной, здоровой, светящейся кожи. И мы говорим о том, что уход необходим. И здесь мы опять же вспоминаем нашу книгу, в которой подробно рассказывается про уход, про техники, про методы, про наши ключевые категории. В заключение вы также можете дать книжку человеку с собой поближе посмотреть, ознакомиться, чтобы он задумался о необходимости ухода и потом перешел к вам на сессию. Следующая ситуация – это использование онлайн-инструментов, опять же, очень актуально для наших онлайн-команд. Как я уже говорила, наша книга существует также по электронному адресу, вы можете делиться ссылкой точно так же спокойно, как и книгой, физическим носителем. Когда вы проводите онлайн-сессию по уходу за лицом, либо какую-то онлайн-встречу, интересно, как это проходит онлайн-сессия по уходу за лицом. Если вы делали, дорогие лидеры, поделитесь, пожалуйста, роликом. Это, правда, очень оригинальный опыт. Если вы это проводите, то, опять же, вы можете использовать книгу. Вы можете делать какие-то ваши личные истории, короткие небольшие ролики на тему каких-то статей, прочитанных в книге. И, допустим, вы можете делать рассылки. Рассылки вашим ключевым партнерам, вашим новичкам, с самыми интересными историями, да, какими-то, может быть, вашими мыслями на тему статьи той или иной. Тоже очень интересный, наверное, метод, и я думаю, он будет самым рабочим для онлайн-команд, это использование книги в соцсетях. У нас также будет работать такой небольшой коммуникационный пакет, который основан на книге. То есть сможете спокойно брать какую-то статью, фотографию и публиковать ее, и делиться. И, что самое главное, вы можете начинать дискуссию, да, потому что ничто так не, наверное, привлекает внимание, как какая-то живая беседа, общение, тут, наверное, аргументы, и, то, значит, тема затронула людей. Поэтому старайтесь людей вывести на диалог, на беседу.
И когда, допустим, вы проводите онлайн-мастер-класс или создаете полностью модный образ с помощью каталога, вы также его используете, вы также показываете, на каких страницах вы брали продукты, черпали вдохновение. Если это видео на YouTube, то обязательно в сносках опубликуйте страницы, откуда вы это брали, либо поставьте ссылку где-то прямо на ролике, на видео. Вот. И тоже можете сделать ссылку на электронный каталог, чтобы люди сразу после просмотра, не откладывая в долгий ящик, могли бы перейти и сделать заказ понравившегося образа. Ух, и теперь мы переходим. Очень много у нас было различных ситуаций для консультантов-продавцов. Они, бедняги, сталкиваются с таким огромным возможностям там, различных развитий событий. Теперь же мы рассмотрим, как может работать менеджер-рекрутер, если у него в наличии два таких чудесных инструмента. Если же мы как менеджер-рекрутер проводим презентацию возможностей Oriflame, офлайн либо онлайн, опять же, мы начинаем с книги «Красота как образ жизни». И пока гости собираются перед началом встречи, обязательно раздайте им эти книги, раздайте им их почитать, ознакомиться. В случае, если у вас онлайн-встреча, то обязательно, как это сегодня сделали мы, начните с ролика. Начните с ролика, либо какого-то небольшого слайд-шоу самых интересных моментов, то есть вы уже должны заранее подготавливать к тому, что людей будет ждать на встрече. Либо, если это онлайн-встреча, да, то можете предварительно послать ссылку, чтобы люди могли эту книжку полистать. В первой части презентации, когда вы рассказываете о возможностях компании Oriflame, о ее истории, о ее традициях, покажите книгу и донесите мысль о том, что в этой книге собрана вся самая важная, самая нужная на первых порах информация. Это действительно наследие компании, и оно очень хорошо, очень емко, очень грамотно представлено в этой книге. Если бы я, знаете, наверное, приходя в компанию, получила ее сразу, то влюбилась бы незамедлительно и начала бы строить карьеру как лидер, хотя сотрудникам мне тоже очень-очень нравится. Далее, когда вы уже презентовали книгу, когда вы поговорили о возможностях, вы можете также рассказать о каталоге, о том, что он претерпел небольшие изменения, о том, что он теперь более удобен в работе и о том, что там представлены теперь образы. Знаете, многим людям, которые испытывают затруднения в выборе, да, которым сложно, которые мечутся между там, одной помадой и другой, им, наверное, будет проще работать таким образом. Когда уже образ составлен, готов, и он прямо очевиден, можно его ценить, можно прямо все это сразу себе заказать. Так работает действительно проще и эффективнее. И после такой встречи обязательно спросите, что показалось интересным, что понравилось, что бы вы уже сейчас применили и поменяли бы в жизни. И опять же предложите подписку на книгу. Если же у вас первоначальное обучение новых рекрутов, представим себе такую гипотетическую ситуацию, то спросите, прочитали ли после презентации возможностей Oriflame, прочитали ли они эту книгу, и опять же, что им было непонятно, что, возможно, им оказалось незнакомым и чем они приятно удивлены. Начните какую-то дискуссию, беседу, вот опять же, выстраивая ее на материалах книги. В традиционных тренингах «Шаг 1» и «Успешный старт», который вы, конечно же, проводите своим новичкам, включите также часть и блок, который будет рассказывать про книгу, потому что они, как будущие компании, как будущие старшие менеджеры, директора «Сапфиры и Бриллианты», они тоже хотят знать, как с этой книгой работать и что же она из себя представляет. Помогите новичку разобраться в задачах книги, для чего она в компании и как она может помочь, и что она принесет. И опять же, уделите не меньше внимания обновленному бьюти-каталогу, точно так же, как вы это делаете на ваших, допустим, планерках и запусках, точно так же говорите об этом и на обучении новичку. И если же вы, как менеджер-рекрутер, используете онлайн-инструменты, обязательно говорите о книге на ваших скайп-встречах, на ваших презентациях,
Используйте электронную версию книги на ваших сайтах и либо на ваших страничках в соцсетях, делитесь ей, как вы делитесь, электронным каталогом, и регулярно размещайте посты, тема дня. Вот очень интересный момент, уже звучал в чате, лидеры говорили, что им прямо незнакомы были раньше некоторые шведские традиции. Вот эта тема могла бы быть очень живой и интересной для чата, да, а знаете ли вы, что в Швеции, да, или, допустим, какой-то национальный праздник проходит. То есть это интересно. Это интересно, это дает более глубокое понимание компании, в которой вы работаете, и выстраивает более крепкую, наверное, эмоциональную связь с вашей компанией. Добавляйте также свои комментарии, свои мнения, да, как я уже говорила, вызывайте какие-то дискуссии, спорьте, соглашайтесь, не соглашайтесь, вдохните жизнь в ваши социальные сети, в ваши паблики. И если же вы лидер, как я думаю, у нас все сегодня лидерская база, это для вас будет особенно актуально, если же вы лидер и для вас стоит задача построить работу на двух инструментах, во-первых, для вас самая, наверное, главная, основная задача, да, вам плюс еще одно дело добавится каждый раз при выходе новой книги, как уже говорил Андрей, она выходит раз в квартал, вам необходимо сделать запуск. Поэтому со своей структурой организовывайте онлайн, офлайн запуски этой книги, разбирайте какие-то спорные моменты на планерках, обсуждайте, как бы вы, допустим, могли бы этот запуск организовать. Я думаю, что у нас уже здесь очень много собралось лидеров, которые были на запуске Beauty Blog для ESPO. Я думаю, вы очень можете точно так же легко наложить формат такой встречи на презентацию книги. Сделайте шведскую тему, да, сделайте какую-то тему, возможно, wellness. И устройте запуск. Далее, разделите между вашими менеджерами статьи книги, опять же, основываясь, возможно, на их личных интересах, потому что, как уже говорилось, кому-то, наверное, какие-то темы откликаются, отзываются больше и интереснее, поэтому человек такую тему презентует гораздо, наверное, большим огоньком и каким-то азартом. На мероприятии также очень важно уделять запускам, внимание уделять запускам бьюти-каталога и анонсу новых продуктов. То есть, кроме того, что вы анонсируете книгу, вы всегда анонсируете новинки и ключевые запуски. Будь то аксессуары, будь то декоративная косметика, парфюм, вы также можете устраивать какие-то онлайн-мастер-классы. И вот сейчас такой интересный момент, дорогие лидеры, если вы устроите дефиле в онлайн-режиме и пришлете ролик, как вы это делаете, обещаю вам лично от отдела продаж какой-нибудь интригующий подарок, потому что, мне кажется, это интересный формат, такого у нас не было, поэтому скорее устраивайте онлайн-дефиле, делитесь этим в соцсетях, присылайте нам на наши электронные ящики, это будет здорово, мы вам, правда, что-нибудь подарим, будет честное слово. И также ваши менеджеры, менеджеры вашей организации, ваши структуры, они должны быть экспертами в wellness и разбираться в продуктах бренда Novage. Поэтому они должны точно так же, как и вы, уделить большое и тщательное внимание изучению этой книги, изучению и проработке каких-то деталей и фактов. Потому что чем больше, чем детальнее вы разбираетесь в теме, тем профессиональнее вы как лидер, как консультант, тем больше к вам будут прислушиваться. И вот я бы порекомендовала, наверное, как вариант на какой-то из ваших встреч, ваших планерок, да, у нас такой просто был интересный в компании опыт. С одной стороны, это была проверка знаний, но с другой стороны, это было интересно и весело. У нас было небольшое лото, то есть был такой барабан, мы из него вытягивали темы, и там нужно было закончить предложение. Да? Начиналось, допустим, какой-то информацией, каким-то фактом о wellness, либо о Novage, и предлагались варианты. Да? И мы тоже получали небольшие призы, это было здорово, это разжигало азарт, и вспомнили очень много фактов, освежили, обновили знания. То есть устраивать это, наверное, в какой-то игровой форме, чтобы не был экзамен. Но, опять же, обращайте внимание, что изучение должно быть и проработка материалов должна быть тщательной. И далее, если вы как лидер используете в своей работе большей части онлайн-инструменты, опять же, говорите об этом на ваших вебинарах. Я бы даже, знаете, наверное, начинала каждый вебинар с этой темы, потому что как-то образ жизни, шведский эксперт по красоте,
В принципе, это, наверное, очень мощный такой старт, и это привлечет очень много людей на ваш вебинар. И предлагайте менеджерам записывать свои маленькие интересные видео, какие-то личные истории, основанные на статьях книги. И, наверное, призывайте их делиться такими личными историями, потому что лучше всего и больше всего люди верят материалам, которые личные, которые проходят через персональный опыт человека, потому что, ну, да, все мы как-то склонны, наверное, верить больше соседу, да, из, там, не знаю, какого-нибудь параллельного дома, чем, ну, возможно, там, очень раскрученной звезде, потому что тогда возникает вопрос, а может быть, им заплатили? Вот. А то в этом случае, да, если человек, тем более твой знакомый, твой близкий друг, и он говорит абсолютно искренне от души, что вот эта статья, она, не знаю, побудила меня поменять мои привычки, то ты тоже так или иначе об этом задумаешься. Я думаю, вы со мной согласны. Поэтому вот такие, дорогие друзья, у нас потрясающие инструменты. У вас появилась дополнительная возможность разбудить все ваши структуры, прозвонить всех спящих, уставших, уснувших, прозвонить всех активных, кто, возможно, не слышал о книге, пригласить всех на грандиозный новый запуск, устроить запуск книги, устроить вечеринку-презентацию бьюти-каталога, прикрепить книги, опять же, приглашение на сессию, на взвешивание. У вас, не знаю, появился очередной инструмент, который не ограничивает ваши возможности, еще больше их расширяет, поэтому уже сейчас, я думаю, можно немножко выпить, правда, кофе, прийти в себя от всей этой услышанной информации и уже начинать прорабатывать эту книгу, начинать буквально включать в работу каждую ее страничку. Поэтому, дорогие друзья, вам удачи, спасибо, что были с нами столь ранний час. Огромное удовольствие было общаться с такой заинтересованной, мотивированной публикой. Удачи вам в работе, хорошего вам дня и присылайте ваши вопросы. Мы опять же поделимся с вами презентацией, открыты для общения. И, как я уже говорила, онлайн-дефиле. Значит для тебя сияющая молодостью кожа, идеальная фигура, ослепительная улыбка или все вместе. Мы шведская компания, и мы уверены, настоящая красота начинается с гармонии внутреннего и внешнего. Взгляни на красоту по-новому вместе с Oriflame.